Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Представляем вашему вниманию автомобиль Subaru Impreza 2007 года выпуска. Мотор бензиновый атмосферный 1,5 литра. Коробка классический гидротрансформаторный автомат. Цвет вишневый металлик. Оригинальные легкосплавные диски Subaru. Перемещаемся в салон. Безрамочные двери, обратите внимание. 4 электростеклоподъемника, электропривод боковых зеркал, центральный замок, регулировка дисковой сидений по высоте, противотуманные фары, передний центральный подоконник, подогрева передних сидений, коробка классический автомат, легендарный постоянный полный привод Subaru, кондиционер, мультимедиа система оригинальная, салон в очень ухоженном и опрятном состоянии, ПТС оригинал, кстати говоря, три владельца, оригинальный пробег 218 тысяч километров. Кристально чистая история в автомобиле, без ДТП. Автотека практически вся зеленая. Кузов, посмотрите, без жучков, без коррозии. Пороги, низы дверей, арки, посмотрите. Выглядит автомобиль очень стильно. Очень красивая машина. Цвет шикарнейший. Просто посмотрите, как на солнце он переливается, да? По правой стороне давайте покажу. Задний ряд. Так, передний ряд. Просто посмотрите, как сохранились материалы отделки салона. Вот ковшеобразное сиденье. Посмотрите, здесь такая боковая поддержка для ног, для спины, подголовники. Вот материалы. Посмотрите, водительское сиденье, да? Руль. По технике автомобиль также в обслуженном, ухоженном состоянии. В состоянии сел и поехал. Так что звоните, ответим на все интересующие вас вопросы. Приезжайте, проведем тест-драйв, покажем данный автомобиль. Ну и приобретайте. До связи и встречи, дорогие друзья.